Арчи, что делаешь? Арчи. Бардак наводишь? Вот так. Вот так. Сейчас я скажу, покажу. Котенок, просто ему надо подушку дать, да? Да, давай, мам. Вот так. Ложись, маленький. Видишь, тебе Арчи дал подушку. Что ты смотришь? Ты ж котенку дал? Арчи котенку дал подушечку, да. Ну что, не трогай Арчи. Подушку бросил. Молодец. И смотрит на кота. Что ты там смотришь? Все, Арчи, все. Не трогай штору. Да. Не надо закрывать штору, все нормально. Что ты там смотришь? Подушечку бросил котенку, да? Пипита, забирай своего этого балованного. Давай лапу, да. Кому ты говоришь, давай лапу? Это говори. Пети говори. Арчи, ложись, да. Сейчас Пипита придет, будет тебя жалеть. Ложись. Ложись, вот так. Вот так. У нас есть попугай, который любит лежать. Это Арчи. Так он отдыхает. Ну, так отдыхает. Ждет, что вот это... Пипита придется залезть. Пипита даже не посмотрела на тебя. Да? Бедная. Бедная. Так, это Кэти, не ори. Барон, что такое? Что такое? Сейчас Арчи будет возмущаться, что такое. Арчи хочет баловаться, чтобы к нему пришла Пипита. Арчи, ложись, Пипита может придет. Да. Молодец, подушечку, видите, дал. Добрый мальчик, раздает подушки. Очень добрый. Кто-то пришел к нам. Арчи, кто пришел? Пойди проверь. Кто к нам пришел? Собаки лапают, значит, кто-то. У нас, видите, такие старожилы. Надо пойти проверить. Идем проверить, кто пришел. Идем. Кто к нам пришел? А что вы тут делаете вдвоем, а? Сейчас мы посмотрим, кто пришел. Да, мы сейчас проверим, кто к нам пришел. А ты же ничего не купил, Саша? Только Марсель. Только Марсель. А здесь какая-то Лиля. А, и Томасу. А котята сразу мягкие, все, папа пришел, думаю, сейчас деликатесы начнут доставать, и тут на тебе. Вот это у нас любимое. Сейчас пойдем на кухню проверим, пойдем? Там папа что-то не сделает, Томасу. Маленький, как вы знаете, что папа пришел? Боже мой. Сейчас пойду проверим, идем. Идем быстренько проверим, что папа купил. Что папа купил? Так, ты сказал Томас, он уже первый. Томас? Что там, покажи. Все, идет Томас. Знаешь, папа, уже котята знают, Саша. Ты приходишь и не кричат. Убрались только что. Идем, Томас, иди сюда. Тарелочку можете дать? На, красиво. А то ты ему привык, ему бал возьми. Томас это любит. Подвините яблоки. Яблоки закрываем в кастрюлю. Чарли ворует. Арчи. Томас. Саша, у него уже все усы в сметане. Или ты что? Это йогурт. Это еще йогурт. Еще овечий.
Боже мой. Боже мой, папа пришел. Папа пришел. Все сюда бегом на кухню. И вы все хотите. И черепахи. А мы там снимали балованного Арчи на окне. А тут на тебе, папа пришел. Это со своей мушкой. Так, убираем. Вот это у нас только хлеба, это потом у нас это воруют. Хлеб тоже воруют, у нас все воруют. И балованный Арчи прилетел. Да? Арчи. Да, балованный, да. Томас, папа сказал, что он тебе принес. Чего ты смотришь на него? Еще не пора стричь его? То мне всегда, что вы на зиму стрижете собак? Или котов? А мы стрижем не на зиму. Томас, ну что? А когда начинает... А Томас был тут я был комод, вот это, видишь, я уже его... О, еще есть. Пришлось выстричь, видите, какой порядок? Да. Сейчас я просто выстричу. Потом выстригу. Поэтому я их и стригу. Как только начинает лохматиться, сбиваться, шерсть надо. Что сделать? Подстричь. Не, можно, конечно, и вычесать. Но это уже сложнее. Боже мой, Саша, ребенки голодные. Представляют собаку. Дай котята. Дай котята. Куда? А ну, котята. Так, собаки, подождите, дайте котятам. Леон, подвинься, мы посмотрим. Котята тоже это любят, видите? Страшно. Он здесь, Саш, он уже пришел. Тут уже все ползут сюда. Этот не голодный. Руце, дай котятам покушать. Ты всегда кушаешь, ты никогда не отказываешься. Вот так у нас встречают все папы. Даже котята. Какую-то они не знают, что папа что-то приносит. Я не знаю. Уже мякшает. Или вы думаете, тут кушать не было? Было, вон, лежал корм сухой. Вон, куча. Правда, мясо сегодня кушали. Тоже куча. Да. Ну, папа пришел. Собаки гавкают, котята мякают. Фух. И жизнь продолжается на кухне. Все, я пошла в комнату, я вас оставляю, там малые орут. Тоже ждут, что ты им что-то принесешь. Или прилетят сейчас. Люция, дай котенку. Люция. Ну я знаю, так, там уже ничего нету. Наверное, Люция все съела. Надо котята брать добавку. Да, Мёткин говорит. Да, Мёткин. Творог. А? Творог. Нет, не люблю творог. Да они уже ели, попозже. Это так. Это ты пришел, они прям все голодные на кухне. А так они, в принципе, вообще не голодные.